Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому району задержали участников преступной группы, которая специализировалась на кражах автомобилей иностранного производства. По сообщению пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области установлено, что злоумышленники в вечернее время с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похищали автомобили, припаркованные на неохраняемых стоянках на территории Ленинского округа. Затем они, используя подложные государственные номерные знаки, отгоняли похищенное транспортное средство в отстойник. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в городском округе Домодедово после совершения очередного преступления. Ими оказались двое ранее судимых мужчин в возрасте 29 и 42 лет. В ходе досмотра автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, обнаружены и изъяты подложные номерные знаки и оборудование для вскрытия автомашин. Также в похищенной иномарке оперативники нашли электронное оборудование для запуска двигателя. Следователи полагают, что подозреваемые причастны к совершению 5 автомобильных краж. Сумма ущерба составила около 5 миллионов рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности задержанных.